Олександр Виноградов, організатор фестивалю вуличних культур, завітав до нас. І зараз ми будемо випитувати, запитувати в нього всі питання, які хвилюють нас і телеглядачів. І перше питання, воно таке логічне, можливо, сучасна вулична культура. Що це таке? От, чому такі заходи проводяться, яка їх основна мета? Современная уличная культура – это синтез, огромный синтез многих субкультур. Потому что на данный момент, если раньше какие-то субкультуры считались, что как бы им не будет места быть, но на самом деле за многие года такие даже субкультуры, как хип-хоп культура, там, брейкинг, он вышел на такой высокий уровень, что на данный момент во многих странах и, собственно, даже в Украине на некоторых чемпионатах собирают стадионы народу, просто палацы спорта, забиваются битком, приходя на эти мероприятия. То есть многие субкультуры достаточно хорошо развились, и фестиваль уличных культур – это непосредственно объединение всех уличных культур и представление их в массы вот в таком виде, презентационном, красивом, хорошем. Серьезно, подія, да? Масштабно, навіть те, що вулична культура. Давай. Так, хотілося запитати, звідки взагалі взялася ідея об'єднати всі вуличні культури Миколаєва в один фестиваль? І, можливо, як давно готувалися до цього? Ну, ідея, на самом деле, прийшла давно, просто не було можливості це зробити технически, поскольку мы первый год, то есть мы организовываем каждый год, каждую весну в честь дня рождения клуба «Слайс» различные фестивали. Но поскольку нам приходилось делать каждый год это в закрытом помещении, как закрытое мероприятие, мы уже в этом году вышли на такой формат, чтобы это сделать на улице. Соответственно, на улице можно подключать различные еще субкультуры, которые мы не можем провести, к примеру, в помещении. Это такие, как экстремальные виды спорта, граффити, паркур, стритбол, уличный футбол и так далее. Это все то, что мы не можем делать в помещении. Поэтому в этом году появилась такая возможность, ну то есть и поставили цель, мы к ней долго шли, долго организовывали это, и в принципе, я думаю, у нас все получится. У нас есть небольшой ролик, анонс, можем сейчас проглянуть с нашими глядачами, такой анонс, заклик прийти на фестиваль, давайте подивимось. Друзья, 12-13 мая пройдет фестиваль Inspire. Николаев встречает всю Украину на день рождения танцевально-спортивного клуба «Слайс». Футбол, уличный футбол, брейкинг, паркур, трикинг, уличная еда и много-много всего интересного. Ищи нас на аккаунте inspire.fest в Инстаграме, а также в Фейсбуке и ВКонтакте. Фестиваль уличных культур Inspire. Город Николаев, 2018. Вау, таке враження, що я десь в Америці побувала, знаєте, у них доволі популярні, але це ні, це в нас в Миколаєві. Масштабний фестиваль відбудеться вже дуже скоро, про часові рамки поговоримо згодом. Але, Олександре, я розумію, що формат фестивалю досить вільний, правильно? Але є якісь обов'язкові пункти? Що це за пункти? Взагалі, як це відбувається? У нас буде 26 різних контестів. Тобто, це 26 пунктів різних категорій і номінацій. По каждой из номинаций есть определенная своя специфика, потому что направления разные, соответственно, организация и подход к ним тоже особый. Вот. У нас пройдет по стритболу в рамках всеукраинского стритбол-тура пройдет чемпионат, то есть приедет очень много команд. По танцевальным направлениям мы 12 мая организовываем отборочный тур, то есть планируется на каждой номинации порядка от 50 участников по каждой из номинаций. Вот. И будет отбираться в первый день 4. То есть идет сначала отборочный этап, и затем 13 мая мы
проводим финалы. То есть те, кто прошел отбор, они отдыхают, высыпаются или наслаждаются Николаевым до вечера следующего дня. И вечером, накопив силы, приходят для того, чтобы побиться за первое главное место. Угу. А от ви кажете, от відбірковий тур відбирати 12-13 травня, ви вже дати почули. Як це відбувається? Хто відбирає і яким чином? От давайте так, от формат, як це буде проходити? У нас по кожній з номінацій ми привозимо топових гостей, топових танцорів. Тобто будуть судді. Гості? Звідки будуть гості? Розказуйте. С разных городов абсолютно. У нас из Киева, из Харькова, из Одессы, из Винницы. Вот. Сейчас я себе вспомню. Лозовая еще у нас приезжает. Не так много городов, но у нас основная масса гостей, на самом деле, основное количество гостей приезжает. Это вот три города: Киев, Одесса и Харьков. То есть это вот основные такие города, откуда мы приглашаем гостей. Ну, так сложилось на этот раз, то есть такая география. Цікаво, такі типу танцювальні столиці, так, столиці молодіжних культур, свої культури. Как-то так вийшло, но на самом деле приезжают очень крутые ребята, которые представляют Украину на мировой арене, в различных фестивалях по всему миру. Они постоянно путешествуют, постоянно участвуют в самых серьезных чемпионатах, то есть, и вот на этот раз они приезжают судить нашу молодежь, оценивать, насколько круто танцуют они. Или там занимаются различными видами спорта, уличной культуры. Дуже круто. Я відчуваю, що фестиваль буде просто феєричним. А наскільки я зрозуміла, то відборочний тур буде 12-го, тобто ще можна подавати заявки ті, хто хоче взяти участь. Да, на самом деле заявки можуть подавати даже вплоть в день мероприятия. 12-го числа можна прийти. Там будет работать регистрация, и все могут, собственно, зарегистрироваться даже в день мероприятия. У нас как бы в этом плане все очень организовано, и множество уже заявок подано, уже огромное количество людей участвует, это мы уже знаем, как раз вчера подбивали списки. Вот, и в течение этих еще дней, естественно, будет регистрироваться. Мы знаем, что много едет ребят с других городов, как бы, со всей Украины приезжают. Где это будет відбуватися? Куди варто приходить нашим телеглядачам для того, щоб насолодитися вуличними культурами? Дворец культури молодежный. Так. Коротко 12 травня, я думаю, що буде феєричне шоу, буде на що подивитися. Закликайте телеглядачів. От на що вони прийдуть подивитися? Ми зрозуміли, що субкультури, але все ж таки. 13 мая буде взагалі супер круто, на самом деле, тому що якщо 12-го це більше такая часть для участников, чтобы участники могли себя попробовать, побороться за финальные места, то 13 числа, начиная уже с 11 утра, у нас будут проходить турниры спортивных различных направлений. То есть это спортивные турниры, такие как панофутбол, уличный баскетбол, граффити, велосипеды, BMX, паркур, трикинг. Трикинг – это боевое искусство с элементами акробатики, паркур. Ну, я думаю, в принципе, уже понятно так, всем. Ну, да. Для молодых таких фестивалей, я думаю, что будь-кто знайде по душі для себя, где себе и уже начиная с 18.30 мы открываем вечернюю сцену. Будет построена большая сцена. Будут, на самом деле, сейчас достраиваются трибуны, варятся, делаются каркасы, делается огромная работа, чтобы нашим гостям было комфортно. Будет это все на площади Дворца культуры молодежной. Мы вокруг сцены выстраиваем трибуны, разные подиумы, чтобы обзор был со всех сторон, как такая арена, арена гладиаторов, где сойдутся уже все финалисты, все те, кто прошел 12 числа отбор, топ-4, они будут биться за призовые места. Также будут выступления рэп-групп, таких как Банки Хэп, это легендарная николаевская группа. Одно целое, это ребята тоже уже такие... как бы говорится, с опытом, которые приедут к нам из Вознесенска. Они
будут также выступать. Будут выступления слайс наших лучших номеров. Вот. Также будут выступления победителей шоу-команд, потому что 12 числа будет также отборочный по шоу-командам, и победители команды будут выступать со своим шоу уже 13 числа, просто как, ну, показать, какие они молодцы. Буде багато чого буде, масштабне шоу. Я єдине, що от не завтра організаторам в такий момент, коли це все підготувати, ці хвилювання, але потім, коли воно так пух, і все вийде, і все класно. Фестиваль вуличних культур, друзі, стартує вже 12 травня. Олександр Виноградов, організатор і хореограф, був у нас в гостях. Я думаю, що розказав максимально детально, що ви можете побачити, на що можете подивитися. Отож, долучайтеся як учасник або як глядач. До речі, я буду так і так буде цікаво. І в нас є ще один анонс, на останок подивимося, а вам, Олександр, щиро дякую. Так, заключно, дивимося. Відчуваєш себе молодим або тобі цікаво життя молоді в Миколаєві, приходь 12-13 травня на фестиваль вуличних культур «Inspire». Давайте зробимо Миколаїв молодіжною столицею України.